Когда мы принимаем любое решение, всегда есть вселенная, где мы принимаем противоположные решения. Напомни, где мы встречаемся? Станция береговой охраны. Это у моря? Есть еще загадки, которые предстоит разгадать. Это как Скрабл, только с принцессой-свинкой. Принцесса-свинка. Уже поздно, на дорогах темно, нам лучше заночевать здесь. Я забыл зубную щетку. Какую хочешь? Кибермен или... Далек? У отца брат пропал. Блудный сын. Он только о тебе и говорил. Я не сбегал. Джаз только тем и хорош, что дает много очков в Скрабле. Не оживить ли нам немного игру? Сделать ставки? Что? Мужики. Мужик. Русский крестьянин. Да, это слышал. Ты его надул? Не надул, а обыграл. У него сын пропал. Они приехали посмотреть на тело. И ты обобрал его на 200 фунтов. Ну, можно сказать и так. Может, заночуете у нас? Дед, это моя кровать. Он идет пешком до остановки, где садится одна девушка. Стоит рядом. Да, и помни, какие пуговицы на пиджаке должны быть застегнуты. Иногда, всегда, никогда. Какой элегантный. Прямо не узнать. Дед занял компьютер. Куда мне деваться? Где ты видел эти слова? В игре в Скрэбл. Наш Майкл их использовал. Он не вернется. Чего мне бояться? Единственное, чего я боюсь, это умереть, прежде чем разберусь с этим. Он хотел встретиться с кем-то из интернета. Психика не расшатана. Не более, чем всегда. Вы занимались сексом в моей постели? Ну, не в постели же, Джек, я ведь не Тарзан. Что? Не переживай, он бывалый моряк. Да. Вот как?